Так. Что же, продолжаем. Давайте наверх поднимемся. Посмотрим, что у нас. Где находится. Так, заперто. А здесь открыто. Не успел. Крит, короче, она поймала крит. Так что, да, качать имеет смысл не урон, а именно криты. Можно забраться наверх, но это потом, чуток попозже. Так, с этим мы справа. О, болтика. Я заметил криоболт. Ну, теперь полезли наверх. Да, здесь какая-то тишина. Мне уж скучно, что ли. Давай, давай. Yes. Да реально, тут пару шагов, иначе он не успевает добежать. Так, верхний циферблат сейфа. И что это? То есть нам обращают внимание на картину. Так, давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11 сверху. Ну, 11 я насчитал на гильотине. Ну, будем знать. Там еще жижица осталась на полу у нас. Хрена в Рувик. Иди, тот не от тебя мурашки по коже. Ну и все. Выглядит целеньким. Сожжем-ка его. Что будем систематически исследовать? Все комнаты. Записка из комнаты Рувика. Снова видел ее там, в конце коридора. Как всегда, прекрасные черные волосы, посеребренные лунным светом глаза. Это какая-то барышня. Лаура. Ой, Лаура, да. Это же наша многорукая. Кто здесь? Я только что слышал, как стукнули двери шкафа.
Во-во, идет. Развернется, я его скрытненько завалю. Бля, там не могу пройти. Иди ко мне, мой дорогой. Алле, оп. Ё-моё, Splinter Cell. Так, топорик. Конечно же, подбираем, обыскиваем. Нашли спичечки. Ух ты, жив. И такое бывает. Ну, у нас всего хватает. Главное, топор у нас остался в руках. Чего-чего? А, смотрите, в унитазе какая штука завалялась. О, плиточка. Фрагмент 16. Так, я так понимаю, это Лаура хихикает, да? Неужто ли еще разок? Офигеть, это было на грани. Я сначала веревку решил пострелять. А куда мой топор делся, а, гады? Вот, смотрите, прикольно, да. Не завтыкали. А, вот и ты. Ключик. Ключик в замочек. Болта. Ничего нам не дают. Вот еще у нас есть кое-что. Ну вот мы его как раз использовали. Здесь то же самое. Так, смотрите, какой у нас. Черепок и подсолнух. Здесь все с подсолнухами связано. Так, куда это я полез? Кто-то скажет мне. Again. Да. Какая-то потайная. Вот болты. Болты. Ух, насобирал я болтов уже. Зона А2. Страх. Эмоции в памяти, а также страха. Ну, мы видим А2. А2. Ну, не знаю, по виду где-то здесь. Че, сработало? Да, походу сработало. Что, снова будут глюки? Появится кто-то, нет? Ну, не пропадающий глазик говорит о том, что... Когда я выползу из этой комнаты, кто-то будет меня ждать. Отец, если бы ты только знал, как я буду... Неужели ты правда думаешь, я исчезну, если спрятать меня подальше?
С глаз долой, сердце вон. Да, ты так думал. Это же он обгорел, Рувик. А я о тебе ни на секунду не забывал. Надеюсь, ты собой гордишься. То есть после того, как Рувик обгорел, да, его и мать, да, наверное, это отец и мать. А кто же их за это зарубил? Сам Рувик? Так, ну мне еще нужно найти одну рулетку. Так, давайте присядем, там кто-то рычит. Вот дела. Тихонечко. Так, топорик не забываем подбирать. И два патрона на револьвер. Так, если нас что-то вдруг потянет, стрелять в красное. Сразу бутылочка, ну так нормально, нам уже очечков дают, ну хотя всего 13 тысяч. 13 тысяч для нас уже совсем ни о чем. Maximum frequency stimulation of cortical regions has proven less than effective. The subjects scream. Подопытные кричат, когда их там стимулируют чем-то там. Tailored settings achieve better results. The only question that remains is which regions to focus on. На каких долях сосредоточиться? Страх, надежда, согласие, доверие, зависть. Это про части мозга. Три из них основные. Ну что является ключевым фактором. Да, вот так вот делается открытие. А как такое может быть? Да. Офигенная точность у револьвера. Притык стреляешь. И не попадаешь. Блин, жалко, что тесак нельзя взять. Слышь, чувак, у тебя там это... Тебе кто-то мозг выел. Спасибо за топор. Хе, на грани. На грани. Ну давайте еще в центр мы не ходили. А вот и вторая. Нижний циферблат. Старый циферблат сейва с числами. А вот это похоже на вторую часть. 11 было вверху, да, и вот один или два внизу человека. Это все методом научного тыка используется. Вот, собственно говоря, нарисован этот сейф. Еще у нас есть бутылочка. Блин. Так можно испугаться. Картинка. Кто-то потрепал. Ну понятно, кто.
Собственно говоря, Рубик, наверное, всех и порезал на фотку. Так, все, можно смело спускаться вниз. Да. Но теперь у нас уже есть комбинация от сейфа. Попробуем это все дело вставить. Офигеть, оно само открылось. Мне даже ничего крутить не пришлось. Ну да, там 11 было, я заметил на верхнем циферблате 11, а что на нижнем, я не знаю. Какие чудесные портреты у нас. Да, вот и последняя голова. Зона C4, да, вот. Надежда. Надежда. Вот все, я понял, где это. Вот здесь. О, смотрите, он, бедняжка, живой. Глазками шевелит, бровками, ой. Ну вот и все. Можно выбираться отсюда. Больница не получила в этом году пожертвования от твоей семьи. А что сотрудники сделали? Семья Викториана всегда нам бабло давала. Где твои родители? Они ушли, это он убил их. И когда вернуться? Доктор, вы что-то хотели обсудить? Я пришел сообщить, что больница не может поставлять тебе материалы. Ты не сможешь продолжать эксперименты. Как ты смеешь угрожать мне в моем собственном доме? Вот так вот у них такие трения нездоровые появились. Так, ладно, побежали без задержек. Бежим. В центральную дверь. И там, наверное, нас будет ждать эта громадная охренительная тварь. Наконец-то. Ну, у него там был жаргон со словом fucking time или чего-то там. Это нифига не простой коридор. Зум даю. Бежать я не могу. Срезаем полностью. No cure for what I'm going to do. От того, что я с тобой собираюсь сделать, ничто не поможет. Сбрось себе кожу, удали из сознания мысли. Чего ты боишься, малыш? Слушай, дорогой. Снимаем, но не рвем. Обнажим все. А че он? Это голову свинил? Рубик со свинок начинал. Да. А это он так развлекался со своей барышней. Так, у нас контрольная точка. Давайте ускоримся. За этими частичками.
Так. И что? Это сарай, в котором они сгорели? Может, просто валить надо? Офигеть ты собрался. Что ты от меня хочешь, животное? Али, опа. Оу. То есть это мне, знаете, что напоминает? Каких-то там миссия невыполнима. Там, мать вашу, нифига ж не видно. То есть оно опускается еще независимо от меня, да? Представляете себе? Блин, я успел нажал эту штуку, хотел переключить. Давай, опускайся, опускайся. Но нам не дали выбрать. Так, снова манекены. Много манекенов. У нас очередная контролька. Так, продолжим. Ах ты ж, ё-моё, я заметил, но немножко поздно. Светлое, светлое будущее. Давайте уколимся. Ускорь. Да-да-да. Вот так дела, так дела. Я уже совсем потерялся, что нам нужно делать. Вот, собственно говоря, подсолнухи. А вот и история, да, что случилось, нам покажут сейчас. Толпа людей, как в случае с Франкенштейном, решили, наверное, сжечь сарай. Why was I led here? Да, почему мы здесь оказались? А, но красиво здесь.
Красиво. А, полюбовались, дальше побежали. Лаура, где ты? А вот и привидение. Рувика и Лауры. Я слышу твое дыхание. Она старше его намного, она ему кто? Сестра? Богатые сволочи, думают, что всю нашу землю могут поиметь. Нужно им показать, кто хозяева в этих краях. Ну, да, походу, это сестра. А ребятки обливают. Кажется, там дети. Я ничего не слышал. А как Рубен? Рубен? А как это он так весь загорелся? Его Лаура подсадила. А она там осталась. Ну да. Я понял только. А, во-во-во. Лифт! И чё, ты типа туда допрыгнешь? Чё-то я не понял, почему я не допрыгнул. Прыгай давай. Вот идиот. Оказывается, все совсем плохо. Да, я тут просто в Ассасина поиграл немножко. В тени подземелья. Там хоть прыгать умели. Куда угодно. Ну, радует то, что нас не сожгли за две моих неудачных попытки. Это было бы совсем печально. Все, выбираемся с этого гиблого дела. Офигенно. Снова рулит. Ну и что мне с тобой делать? Эх ты, блин, как ты не вовремя. А вот еще я вижу кое-что. И вот кое-что. Это у нас такой
Мини-босс, да? Нифига тебе! То есть она упала точно так же, как и мы грохнулись только что. Да, вот это Рувик, собственно говоря, Рувик. Это ты с нами сделал? Да нет, нифига я не делал. И нас снова завалило. Так, этот бесконечный коридор. А патронов-то стало мало. Беатрис, прошу тебя, тебе нужно поесть. Мои дети, я хочу. Мы уже об этом говорили, Беатрис. То есть мать не хотела даже есть. Давайте же войдем туда. И закрыла дверцу за нами. Да, никто не узнает. Эпизод 9 пройден. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. До новых встреч.